Добрый день, дорогие друзья, с вами Румита ТВ, и сегодня у нас, как обычно, PUBG Lite, запись со стрима, шикарный топчик, тянул всю команду на своих плечах. Приятного просмотра! Все, и я спать буду. Ты уснешь счастливо. Да. Да, но в New State, конечно, мы все поиграли бы, конечно, все с удовольствием поиграли бы. Да, Мегалодон. Ты бы тоже поиграл, жирненький. Когда он выходит-то, новый трейлер? Ой, муравейник. Ну, люди есть. Это муравейник, а не так, люди. Так, не ссать, не ссать. Главное не ссать, и все получится. Это случайно не читак, он на баге летает? Он разлетает уже. Уже просто ездит. А, просто ездит, фигня. Все, один остался, он без оружия. Он бегает без оружия. Нет у меня оружия. У меня тоже нет оружия. Сейчас попробую замочить. У меня есть. Вон тут есть, вот впереди, рядом второй. Давай, давай, еще один выстрел. Есть у тебя два оружия. Нет, дай одно оружие, второй. Впереди был так, третий. Ой, у меня вот за трансформатором. Нок, нок. Красавчик. Патрончики возьми. Да ладно, ладно, херси. Оружие всего нет. Все, ушел оружие. Там еще один на ноги ехал. Впереди, впереди, парни, двое. Да. Ног второго. Ага. Один еще. Заехали. Еще вон проходит, смотри, за ангаром. Все. Еще один, еще один. Анютке повезло. Еще один бег, еще один. Давай, Анютка. Так, Денчик, Ром, про добермана. А, Денчик, здорово. Аптечка есть, Анютка? На, возьми, съешь, съешь. Замечательно. Последние 13 патронов. Так там еще же есть патроны, я же говорю. Так, что про добермана расскажу, Денчик, что это? Расскажи, ты себе хочешь или ты так, что вообще расскажи? Я сначала у клиентов своих спрашиваю, для чего, что, как. Чтобы понимать вообще. Так, завтра буду... Так, мне сейчас узнал представитель...
Еще узнал, почему нет. Почему нет? Знасен, почему нет? Предрегистрации. Потому что не дает информацию дать выход, а пока точно дата не будет, на iOS так и не появится. Ну и. А почему на Android тогда есть предрегистрация? Все, муравейник зачищен. Брать только нечего здесь. Да себе хочешь, типа как телохранитель, вдруг так же охрана, да на тебя что, нападают часто, что ли? Дэнчик. Дэнчик, короче, тебе не нужна такая собака. Почему? Потому что сейчас все доберманы практически, они очень испорчены. Они, короче, все истерики. Ну, то есть, истерички такие, знаешь, истерички, то есть, как бы, вот, ну, шило в жопе, короче. Воспитать добермана это очень тяжелое занятие. То есть, если ты обычный человек, то ты его не воспитаешь. Как надо, правильно. То есть, ну, это надо будет постоянно кинологу заниматься. Поэтому, Денчик, не думай ни о каком добермане, если жить хочешь спокойно. Так, можно? Мне. А, ладно. Давай его сюда. Ё-моё! Щелик. Откуда он тут взялся? Блин, как так? Чуть сопрыкило не потеряли. Вообще. Так, а чего бы посоветовал? Откуда чего бы тебе? Чего бы тебе посоветовал? Ну, для телохранителя, ты понимаешь, это такая задача. Ну, тяжелая. То есть, ну, понимаешь, ну, тяжелая это задача телохранителя. То есть, вот ты расскажи, ну, сколько времени ты хочешь уделять собаке? Сколько ты мог бы уделить времени собаке? Как ты так долго стримишь? Кирилл Федоров, профессионал. Профессионал. Я же сколько лет играю? А он, наверное, снизу пришел, он оттуда. Наверное. Ну, просто удивительно, что он один был, но он не сразу, по-моему, сдох. Да, там сначала нахуй. А чё, мы так в центре? Надо плутаться, надо. Ну мы пустые в центре, чё, айда спускаемся вниз. Подарочки надо. А, Настён, ну всё понял, если это обычная информация с интернета, это всё шляпа. Потому что какой только информации нету в интернете. Я тоже мониторил, там много ерунды такой, что просто смешно. Не знаю, что это за бот был такой. Ну хотя он тебя нокнул, да? Да. Уже не бот, считай. Бывает и боты могут нокнуть. Но это не бот был, стопудово. Нет, это не бот. А здесь, смотри, кто-то долбился, ящик лежит. Кто-то едет. Тачка. Остановилась. Кто тут здесь? Втроем что приехали? Втроем приехали, да я двоих убил. Нихрена себе.
Но они знали, что наверное, на того человека, друзья. Ой-ой-ой. Смотрите его. Куда? Откуда? А, вон, на дороге, на камне. Вот. На дороге? Не, там мотик только. Там едет. Там машины едут. Значит, едут по дороге. Давай, давай. А вон стоит на дороге. Понял, понял, все. Колеса пробивайте у мотика. Ага, ага. Один выстрел. Ё-моё, не смотало. Кто с мини стреляет, даже попасть колеса пробить не мог. Я пробил. Он встал вон там. Его уже не видно. Так, полдня, а то и больше уделять буду. В общем, собака всегда с людьми будет находиться. В общем, не брошена и вся во внимании. Так, Денчик. Ну, что я тебе могу сказать, Денчик? Как бы... В общем, можешь рассмотреть ротвейлера. Да, получить залезающие, да, еще направо. Ротвиллера. Ну, ротвиллера надо брать из питомника. То есть, я имею в виду не какого-то там бездокового дешмана, выведенным кустарным способом, а непосредственно нормальную собаку, которая из питомника, где психика, все дела. Вот. Так, Анютка, ты что, без аптечки опять что ли гоняешь? На, Анютка, вот бинтики возьми. Давай, скину аптечку, что-то. Давай, сейчас поехали воевать. Так, поехали. Денчик, вот можешь ротвиллер... А что, у нас собаки есть, давайте по-разному рассадимся. Можешь ротвиллер рассмотреть, Денчик. Самое подходящее. У кого семерки есть? Не, у самого нету. Ты чего? Кто-то приехал, дроп вызвал. Вон, ты третий рядом с тобой. Рядом с тобой два мотоцикла. Смотри, сзади третий. Понял. Вон они уже за спиной у тебя третий, аккуратнее. Вон даже стреляют, третий, аккуратнее. Третий, вон они сзади тебя крадутся, третий. Опа. Смотри, аккуратней. Они тебя на прицеле, третий, аккуратней. Так, погоди, что за фигня? Пипец. Да, прикалывается. Да я дроп вызвал. Кто дроп вызвал? Ой, блин. Кто тебе приедет, дроп вызовет? Да еще надо. Блин, я даже не видел, кто его вызвал, блин. Конечно, не видел, я же сзади был. Плюс паническая давай. Атака, блин. Так. Так, сейчас норм на весну, а то всю зиму бураны, морозы, бураны. Тамерлан, ну да. Так, кабанчик. Давай. Я вот у этого, кстати, которого... А, не, я его нашел просто. Этот. Что-то там кашка. Мотики едут, парни, мотики. Понял. Два мотика. А где? Фанютка, молодец. Давай,
давайте, лечите, лечите, всё? Лечите, третий. Я ползу. Эти же заряженные приехали с дроп. Да, тоже с дроп приехали. Эти заряженные вообще капитально там у них все есть. Третий, я подниму, иди лутайся. Хорошо. Они знали, что еще есть я. Терминатор восстановился. Ну они скоты там вообще заряжены. Анютка, иди возьми там это. Второй. Я еще... тут... Пару выстрелов. Я вернулся. Сейчас надо, я на бугор подъеду. Поехали, где мотики? Там они внизу. Все у чела машина не здесь, ну, не здесь способна. Топ за камнем сидит. А, здесь вот за камнем. Он за туалетом или за камнем? Да. Не видел я его еще. Он за машина туалетом. Слева. А, вот, булки, булки. Ну стреляйте, стреляйте! Стреляю, стреляю. Туалете. Туалете, он, короче. Туалете. Все, я его смотрю полностью. Выходит, выходит. Сейчас я в дым, через дым и гранатку кину ему. Это он к вам работает? Ой-ой-ой. Все? Да-да. Все замечательно. Катки сегодня хорошо прям идут. Их двое. Их двое. Ё-моё. Ё-моё. Охереть! А их двое было, оказывается. Я просто только одного видел там белого. Нет, а я просто так шел спокойно с этим. С дубинкой, короче. А их, оказывается, двое было. Вот это бы, если бы второй там у них был бы нормально, он бы меня расстрелял по-любому. Ну там какой-то бот, короче, походу был. Так, ну смотрите, имейте в виду. Я вам помню. Зона маленькая, 20 человек осталось, это дохера. Да. Предлагаю... Так. Чё вот у нас, вот эти кемпы, давай вот эти кемпы займем вот перед нами, вот. Окей. Они в зоне. Еще. Так, полдня, так, угар поймал. Ты же не в зоне, в зоне вызвался один раз так забурать. Некоторые двери были замут сугробами. Че, прям хорошо сыграли сейчас. Третью каску целую нашел. Сторонам смотрите теперь. Блин, я того шел, короче, добивать хотел, ломом хотел, ну так, ну, по башке хотел дать. А там сижу, подхожу, там второй сидит, его поднимает, охереть. Чё там, чё там? Дроп упал.
В ангар прям. Ну ладно. А тачка Нам на в горе, принципе тачка не на нужно. горе едет, на горе едет. Сверху Понял, понял. смотрите. Вот, на 230 она там на горе, джип. Вон он едет, видите? Стойте, к нам может едет. Что, не... Стреляем! Давай, давай, стреляем, стреляем! Лупим, лупим. Что, закидываем их? Не-не, не подходим, не подходим, не подходим близко, не Пики, подходим. ждем, ждем. Можно теперь с разных сторон. Я на мотике попробую объехать. Погнали. Не-не, я один проеду. Вы стреляете, стреляете. Все, убил обоих. Все, замечательно. Ну, мы жесткие, конечно. Короче, мы не в зоне. Давайте там, короче, зона вообще маленькая. Давайте, да. Подлечитесь там, выпейте все сразу. Да-да-да. Валим, приглашу, поедем. Ник, пиши. После этого. Здорово, не хочешь ли, как пока папка с СНГ не вышел, группу перетянуть туда народу немного из поплайт. Кстати, читаков нету. Смокотау, что это за игра, не понял. Привет, Смокотау, что это за игра? Папку СНГ вроде есть. Что за вы за папку, про какой говорите? Че, поехали? А, ну вот туда. Мотики берите, мотик сзади у вас, сзади этой дома. Ага, все. Вот это мы жесткие. Предлагаю, наверное, вот сюда, на эту точку. Окей, давай. Я радостный, усну еще радостнее, потому что мы откатку затащим. Получается, мы как раз вдоль дороги будем, немножко овражек у нас будет. Потому что впереди кемпы, там наверняка кто-то есть. Но сейчас так, на разведку быстренько я прогоню. Да, там есть, в тех домах есть, вон. В том ангаре есть. Да, вижу, вижу. Кто-то пробежал, типа. Ой, справа. Давай, давай, красава. Там еще был кто-то. Ладно, он выбыл. Ой. За деревом? Все? Поднимайте, поднимайте быстрее. Анютка, бегу. Быстрее. Все замечательно. Так, сжег я там с того скота. Так, лечитесь, летите. Лекимся, лекимся, лекимся. Язык уже не ворочит. Города. Да-да-да. Зря мотики так бросаете. Они в ангарах шьются. Да-да. Так. У нас прямо по курсу. У нас здесь аирдроп.
Ты, наверное, погнали вот, куда ты бежишь, прямо там. Что там челики остались. Я не вижу никого. На доме на крыше был. Попал раз. Где он? Анютка, отползай, отползай, Анютка. Отползай, это вообще не сбар. Давай, Анютка, ко мне, быстрее. Аккуратней, аккуратней, второй, они с тех ангаров шьют. Хорошо, спасибо за свет. Ись, Анютка. Что вы мотики-то бросили, а? Шесть живых. Давайте. Мотик один тоже. По полю бежит чувак. Где он? Вон, 50. Сбежал. Бежит. Вот где дым, смотри, там, в дыму. Это далеко. Это далеко, да, далеко. У нас сейчас на правый фланг надо, не забывайте, в этих домах там есть. Надо в зону. Выпейте энергетики, энергетики выпейте. Сейчас рашить будем эту двухэтажку. Да, да, да. Поехали, поехали, зона, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Вы что ее спите-то? Так, или кто? Работает Роми. Все сразу. Ты даешь, бля. Этот дикий смех я слышу каждый день на твоих стримах. Так, у нас, короче, это... Булк, не расслабляйте. Не был броник сейчас любой. Все, нашел. Так, нам выше надо подниматься. Выпейте, выпейте, парни. Да-да-да, бустимся. У нас же сзади. Где моя? Давайте. Лечится, так, лечись. Тебя. У меня есть аптечки, не надо мне давать. Они вон там, за камнем. Там у нас со стороны ангара идут. Я вон мед. Кирку пробили. Там они за камушком. Понял. Ой, каску мне пробили третью. Так, ну чё, вперед надо будет идти. Да, у нас там даже укрытия нет, блин. Есть, есть, уйти вперед. Впереди у нас укрытие. Бежали. Они бегут, стреляйте. Подал по одному. Башку снял одному. Левому? Правому. Понял, я в левом угол в целом. Все, добил. Давай, давай, здесь центр надо занять. Все, вон там один. Давай, давай, центр жмем. Не забывайте у нас. Вон чувак прилег. Переходим. Ну, в смысле, ближе, ближе идем. Понял, он один. У нас сзади один остался. А, он один остался. Стой, стой, он не один, идем, не идем, не идем, не идем. Сзади, сзади. Сзади, сзади у нас здесь. Тот сдох. Ромито!
Четко! Сколько киллов? Сколько киллов сделал? Десяточка! Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И будет вам топчик.